Окей, у нас начался матч, и уже флагоголики выигрывают 1-0 на карте Japan Miss Castle. Так, и Феникс у нас сейчас с флагом. Нет, не пройдет. Ну, я думаю, отличное начало от флагоголиков. Так, Феникс. На подстраховку. Уйти, уйти! Подбирает Экзотус. Надо проходить, быстрее! Да, пройдет. Должен проходить. Отлично. 1-1. Все получилось так в спешке, что начался у нас матч флагоголики против Expendables. Вот. Ну, все основное я поставил. А, и фоф. 100. Вот, все. Теперь все отлично. Так, флагоголики. Питон. Ой-ой-ой-ой-ой. Его спасает сейчас. Его просто спасает Реген. И по-моему сейчас будет 2-1. Блин. Вот это жесть, трое. Лол. Отличное взаимодействие от Expendables. Ну и возвращает даже флаг. Флагоголики. Так, ну, в атаке у них, скорее всего, Ханти и Трикса. В дефе у них стоит Питон и Сейс. АК есть деф. Так, за Exodus. Ой, Exodus. Expendables. У нас Exodus, Апса, Silent Sap и Феникс. Феникс у нас в атаке. Так, и Silent Sap в атаке. Не-не-не, Апса. Вот, Апса. Silent Sap с Exodus, они в дефе стоят. Так, Ханти. Не, не убьет. А, нет, у нас Апса оказывается в дефе. Вот так вот. Я думаю, что парень будет играть в атаке. Как бы Апса отличный атакер, но Expendables посчитали, что Апса будет в дефе. Вот так вот. Интересное решение от капитана их. Скорее всего, я не знаю, капитан у них либо Гохан, либо Exodus. Тем временем у нас пауэрапы. Так, я проверю. Да, все у нас есть, все. Отлично. Отлично, все справляется у нас флагогольки. В дефе. Но Expendables у нас давит, сильно их давит. Так, давайте на Ханте хотя бы, да. Ой-ой-ой. Так, Silent Sap. Не, он может отдать, кстати, флаг сейчас. Я не знаю, что он хочет сделать. Отлично, Феникс сейчас все сделал. Но не пройдут они здесь. Надо было через нычку идти. Никсон сейчас просрал такой матч. Мне нравится. Ой-ой-ой-ой. Такой лол. Ну не пройдет он. Происходят сейчас обычные размены. Сначала дефер атакера, потом атакер дефера и так далее. Так происходит. Давайте.
Так, сейчас у нас очередные поврапы. Феникс забирает квад. И у флагогольков тоже квад. Ой-ой-ой, отличная граната. Итак, флагогольков сейчас два квада, надо идти в атаку. Боюсь, сейчас убьют. Нет, нет, нет. И флагогольки идут вперед. Смогут ли они? Нет, не смогут. Так, так, так. Феникс идет 100 на 80. Ну, его встречают. Не уйдет он. Ой-ой-ой, какая отличная ракета от питона. Чуть-чуть. Так, кросскап у нас. Ну, скорее всего, там должно убивать. Ой, 9 хп у Silent Цепа. Кстати, да, и там возвращает флаг. Нет. Питон проходит. А его встречает Феникс. Бьет? Нет. Не убивает. 14 хп. Что он делает? Они ставят? Ставят. Вау. Питон, что он сейчас сделал? Просто убился об своего же. Ну, я не понимаю, зачем. Если бы сейчас противник был бы рядом с ним бы, он бы поставил бы, да и все. Но флагогольки выходят вперед. Вот так вот. Оказывается, есть сопротивление экспендблса. Есть еще команда, конечно же, Nuclear Blast, которая скоро уже будет с ними играть тоже. Поэтому намечается тут ожесточенная игра. Особенно в плей-оффе будет интересно. Итак, у нас Феникс с регеном. Через верх сейчас будет. Ну, его встречает питон. Так, и Ханди тоже. Но его, скорее всего, сейчас убьют, да. Так, что там у нас? Феникс. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Пока что отлично все для флагоголиков. При том, что их тоже давили сильно. Просто парни идут вперед и все, и убивают. Так, Трикса у нас дефи. Окей, посмотрим. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть, 20 хп. Феникс почти убил его. Так, ну, тем временем у нас Ханти. Ай-яй-яй-яй. Еще заспавнился желтый, не смог он его взять. Ну и оборачивается тем, что Феникс сейчас пробует. Нет, он не сможет ничего сделать. Я ошибся. Мне кажется, они сейчас вот должны брать поварапы и им должны повезти. Так. Сможет ли он пройти? Ай-яй-яй, Трикса! Так, у Expendables квад. Точнее, у Эксодуса. Ну и... Ой, 30 секунд квада. Вот это жесть. Сейчас они за это будут бороться. Я хотел договорить, что у флагогольков тоже квад. Ну, уже прошла эта информация. Вы сами это все видели. Вот, ну, а Саленцеп с квадом сейчас должен убивать их двоих сейчас. Да, убивает. Сейчас бы квадовый такой рейл попал бы. Немножко не хватает. Ну, помогают атакеры.
помогает атакерам и деферам, все правильно они делают. На карте Japan, Japanese Castle так и надо. House Place. Так пропишите. Я не могу прописывать. Так, ну я посмотрю, что там мне писали. Your stream is lagging too much. Ну, ничего я не могу сделать. I'm sorry. На YouTube все будет нормально, если что. Все будет хорошо. Так, у нас тут апс. Аж скучно стало. Очередные пауэрапы. Так, первый пауэрап у нас. Ой-ой-ой, забирает у нас Ханти. Двойной пауэрап сейчас. Два квада. Так, 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 что там? А-а-а, не пройдет. И теперь два пауэрапа у команды Expendables. Феникс с 3 хп. Ну, кстати, убивает его там тоже. Но в итоге в никуда эти квады. Просто постреляться. Толк от них я не увидел. Ханти не пройдет. Отлично, все сделали. А, Expendables. И идут в атаку. Причем втроем, как я понял. И надо проходить. Сзади, сзади, сзади. А еще и спереди, ну ладно. Убили вот этот. С трудом, но убили. Броней мало хп. Кстати, там несут флаг. Питон приносит. Он принесет, и это будет 3-1? Или нет? Сделал рейл! Попал, прям вот попал. Тот, который нужен. Рейл, да. Я так и не увидел, кто это сделал. По-моему, это Exodus был. Отличный рейл. Прям вот в нужный момент он попал. Молодец. Спас команду от уже точного там проигрыша, скорее всего. Потому что игра идет просто равнейшая, просто равная. Если его слагает на Твиче, я ничего не могу сделать с этим. На Ютубе все будет нормально и все отлично. Не знаю, даже сейчас у меня отлично. Опа, а я даже проглядел, я и не понял. Найс. Счет у нас становится 3-1, но я даже не заметил, что флагоголики принесли еще третий. Отличный минус 100 было. Отличная ракета.
Ну, санцеп здесь не пройдет. Да, вот сейчас надо expendables, надо что-то делать, надо два флага приносить и переносить игру в овертайм, иначе это будет гг. И вот сейчас есть шанс, но его встречает. И не ставит флаг еще. Так, у нас там еще кто-то несет флаг. Ханти приносит флаг, лол, гг. Тут уже видно, что Japanese Castle за флагоколиками. Молодцы, парни, что я не ожидал вообще от такого, от флагоголиков. Ну, парни молодцы. Не зря они, у них отличный мувик. Если что, можете посмотреть на стриме, на Твиче есть запись, и там Никсон показывал его. Ну, либо вбейте просто в ВКонтакте и найдете его. Так и называется, флагоголикс. Мовик просто офигеннейший. Так, тем временем у нас питон. Нет, Феникс все спасает. Так, что у нас тут? Да, как бы равное, вообще равное, но немножко перестреливают вообще даже Expendables, но почему-то флагоголики выигрывают 4-1. Вот так вот. Так, Апса. Апса, кстати, сейчас в атаке теперь уже. Я не знаю, зачем он стрелялся, если его союзник был там. И надо ему уходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Он мог это сделать, но если бы не третий, он бы ушел бы. Если бы он хотя бы завернул бы себе в сад, он бы мог бы еще, может быть, пройти. Я не знаю точно, но мог. Так, Ханти. А тут уже вовсю атакует Expendables. Минута 30. Сейчас последний пауэрап и все. У той команды квад. Ну, тут уже ничего не решает. За минуту принести 3 флага. Ну, можно, но... Ну, это вряд ли. Я не верю этому. Чтобы принести 3 флага за 40 секунд уже. 45, точнее. Когда люди давят тебя... Не, мне кажется, невозможно такое сделать. Да, это ГГ. Первая карта за флагоголиками, уже точно. Счет 4-1, да. Вот так вот. Вот так вот у нас получается, что команда, которая должна была занять топ-1, ну, топ-2. Это максимум, ну, в смысле минимум. Топ-2, максимум топ-1. Они сейчас проигрывают флагоголикам. Со счетом 4-1. Вот так вот. И что же сейчас...